на-на-на-на-на-на. Нет на свете ни души роднее, нет на свете ближе мне души, только лишь моя родная дочка. На земле мне больше нет любви. Вот прошли, дай Бог, и все пройдут годы наши. Добрый вечер. Елена, да? Меня зовут Илья, агентство «Либрель Бизнес» Рельса. Мы приехали к вам с небольшим подарком, но первоначально хотелось, чтобы вы угадали, с кого. Совершенно точно. Папа вам издалека передает 101 розу. От него же сладкий, красивый, тот в виде сердца. С днем рождения, дочка, любовью, папа. Также от него к вашему столу небольшая бутылочка шампанского. Передадим вам. Это не все, есть маленькая поздравительная открытка от него. Если разрешите, я прочитаю. Дорогая моя дочка, моя награда, с днем рождения тебя. Знай, ты папина отрада, и была такой всегда. Хоть уже и взрослая, для меня ты все дитя. Моя милая малышка, поздравляю я тебя. Да, я далеко, но это чепуха. Дочка, радость ты моя, ты мой лучик солнца, ты мое все. Знай, папа всегда рядом. Я люблю и скучаю. С днем рождения, любовь моя, моя дочка. И если хотите папочку передать, пожалуйста. Папа, я тебя очень люблю. Мне очень приятно. Ты мне заменяешь и маму, и папу. Живи дома. Я тебя люблю. Ангел есть хранитель у тебя. Этот ангел, я твой папа, дочь моя. На-на-на, на-на-на-на-на-на. На-на-на, на-на-на-на-на. Доченька, ты самая красивая.